Уважаемые жители города Кентау, здравствуйте. Меня зовут Артем. Хочу обратиться к вам с предложением, или больше даже с просьбой. Разговор пойдет о нашем городском кладбище. Вот посмотрите, что творится. По поводу его состояния, в каком он состоянии сейчас. Наше кладбище находится немного в плачевном виде. Образовалось много очагов мусора, которые возникли по вине нашей же с вами халатности. Так как, убирая мусор с могил, мы его практически тут же, наверное, скорее всего, и оставляем. Никуда мы его не выкидываем. Между оград, на дорожках бывает. Или бывают мусорные баки уже полные. И этим самым мы преграждаем нашим бабушкам, дедушкам, инвалидам путь своим родным, близким, которые не могут беспрепятственно подойти к могилам. Вот сейчас даже дальше пройдем, посмотрим. Очень неприятно видеть кучи баклажек и прочего мусора. Просьба к тем, кто неравнодушен, прийти 10 сентября в 10 часов утра. Это будет воскресенье, выходной день. И общими силами справиться с этой проблемой. Вот посмотрите, сколько мусора лежит. Это только я обошел примерно 20-25 метров, а дальше больше. Я считаю, что нам с вами это нужно сделать. Это общий долг перед нашими родными, близкими, друзьями. Прошу вас принести с собой инструмент, кто сможет уделить этому время. Тяпки, лопаты, грабли, топоры, пилы, перчатки обязательно на руки, мешки. Мусор будем собирать, выносить за пределы кладбища. И там его, в общем, уже собирать в одну кучу. Я так думаю, то, что мы, если общими силами соберемся, общими силами мы справимся. Должны это все мы здесь опочистить и сделать. Чем нас больше будет, тем лучше. Поэтому, ребята, приходите все. Давайте просто это сделаем, наведем порядок. Как бы. Посмотрите, что творится. Ужас. Кто-то кинет спичку, будет вообще катастрофа. Здесь все сгорит. Посмотрите, сколько мусора. Это все нужно будет вытаскивать за пределы кладбища. Вот даже между оградок, посмотрите. Это я просто прошел здесь чуть-чуть. Поэтому приходите. Всем, кто неравнодушен, ничего не нужно. Главное с собой иметь спецодежду, инструменты. И общими усилиями давайте сделаем хороший субботник. В воскресенье 10 сентября в 10 часов утра мы вас здесь будем ждать. Спасибо за внимание. Всего доброго.